Сегодня, в непростое время, мы спросим у огаревцев, как сохранить здоровье и что для этого необходимо. Как сохранить здоровье? Расскажите свои личные секреты. Ну, в первую очередь нужно следить за гигиеной, в том числе постоянно мыть руки. Ну и, конечно же, не стоит забывать о спорте в своей жизни. Нужно хотя бы минимально 20 минут, 15 минут в день заниматься тренировками. Кушать побольше витаминчиков, пить зеленый чай с имбирем и с лимончиком. Всегда руки обрабатывают там спиртом или веществами, которые там для этого, антибактериальными. Обязательно нужно мыть руки тщательно, около 30 секунд. Во-первых, это режим дня. Это достаточное количество должно отводиться времени на сон, чтобы организм успел восстановиться. Это отдых, конечно же, но и определенное время должно отводиться на занятия спортом. Как я сохраняю свое здоровье? Я своевременно обращаюсь к врачам в случае какого-то недомогания или каких-то вот сложностей со здоровьем своевременно. Соблюдаю режим труда и отдыха. Мы соблюдаем дистанцию какую-то, стараемся как-то меньше контактировать с другими. Руслан Викторович, вот ваша точка зрения, как сохранить здоровье сегодня? Ну, во-первых, нужно вести здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни – это физкультура, правильное питание. Ну, никто не отменяет правила гигиены. Соответственно, всегда нужно носить средства индивидуальной защиты в нынешней ситуации. Самый главный фактор – это настрой человека на то, что все будет преодолимо, и даже самые сложные трудности будут устранены.